Супруга Петросяна показала сумку за 240 тысяч рублей. Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выложила в Инстаграм фото с отдыха в Ялте. В руках она держит сумку Dior с именной надписью. Поклонники модницы выяснили, что стоить такой аксессуар может около 240 тысяч рублей. Брухунова в подписи к публикации не обратила внимания на сумку, но призналась в любви к городу. 2 года я не была в Ялте, люблю ее любовью нежной, отметила Брухунова. Однако подписчики стали укорять ее в дорогом аксессуаре. «Самая модная сумка и очень красивая, но почему такая дорогая?» – спросили у Брухуновой в комментариях. «Люкс не может быть дешевым, и цены в этом сегменте растут из года в год», – ответила жена Петросяна.